Уважаемые партнеры, сейчас я хочу продолжить сразу обзор по нашему кабинету. И вот я сделала пробный аккаунт. У нас сегодня подключили регистрацию через ВКонтакте. Ее можно найти на страничке регистрации. Я зарегистрировалась с нового созданного аккаунта ВКонтакте тоже, чтобы показать, как это делается. После регистрации мы переходим в наш кабинет, и для тех, кто заполняет все наши свои данные, хочу сказать следующее. Те, кто заполняют социальные закладочки, пожалуйста, вот показано, как это делается. Здесь нужно записать только ваши логины. Сейчас я переведу это на русский язык, чтобы было более понятно. Не полностью всю страничку, а только ID с ваших социальных закладок, пожалуйста. Потому что я уже пробовала заводить, как обычно, полностью все. У меня не получилось, поэтому я решила создать новый аккаунт ВКонтакте и проверить, как это делается. Далее, что мы сегодня еще посмотрим? У нас есть здесь вот такое тыки. Многие не понимают, что это. Мой ребенок мне сказал, что это важная вещь в социальных закладках в Европе и на Западе. Это игра. Это игра, которая вы, допустим, берете человечка, вот я возьму себя саму, перейду на страничку, и здесь есть тыкнуть. Я это делаю, и человек получает сообщение, что его тыкнули, то есть вы привлекаете внимание к своей страничке таким образом. Это игра, и человек может вам точно так же послать тыки. И здесь, когда человек вам пошлет, у вас будет здесь, что вам прислали тык. То есть вы можете перейти на страничку человечка и посмотреть, что там у нее интересного, у него интересного и так далее. Далее. Наша страница, наша внешняя страница, как мы выглядим, как у нас что. Многие не понимают, как все делать. Еще раз показываю. Вот немножко неправильно стоит у нас иконочка. У нас здесь два знака. Камера и вот этот значок, который поправляет нашу иконочку. Видно, да? Мы просто перемещаем так, как нам удобно. То есть мы показываем, как мы хотим, чтобы нас видели. Здесь можно расширить, можно оставить, можно подтянуть немножечко. Я, допустим, сохраняю в этом виде. И наша иконка может немножечко поменяться. Точно так же идут сообщения, что получил кто-то. Точно так же меняем задний фон. Точно так же меняем и нашу иконку. Теперь мы переходим на то, как мы зарабатываем здесь деньги. Итак, вы зарегистрировались по реферальной ссылке, и вашу реферальную ссылочку вы передали также вашим партнерам. С чего вы зарабатываете? Внимание, в поток денег, те, кто зарегистрирован в поток денег. Пожалуйста, завтра зайдите туда, и там будет очень интересная информация. Мы объявляем сейчас конкурс, не конкурс, а акцию. Мы объявляем акцию, которая поможет вам заработать. То есть в течение первого месяца вы будете иметь 50% реферальных. 50%. Итак, ваш партнер покупает любой из пакетов, неважно, какой он пакет купил. Вы получаете с этого пакета 50% на вывод. Сразу же. Вы можете сразу вывести 50%. То есть это очень хорошо и очень выгодно. Каждый пакет можно прочитать, что он дает. И какой выгодно, такой вы и покупаете. То есть или 2,50 в неделю, 9 в месяц, год и здесь 3 года. Здесь у нас получается скидочка. Скидка идет от предыдущего пакета. То есть 9 в месяц – это на 10% меньше, чем 2,5 в неделю.
87 в год – это на 20% меньше, чем по 9 долларов в месяц. И так далее. И за 3 года на 45% дешевле, чем за год. То есть вы смотрите, как вам выгодно. Что у нас здесь еще есть? У нас есть реклама. У нас есть реклама, на которой мы сейчас, в данный момент, будем зарабатывать. Рекламу удалить или спрятать нельзя. Если вы выставляете свою рекламу, соответственно, чужая реклама тоже будет у вас видна, потому что я считаю, что не только смотреть, не только давать, но и смотреть нужно. И каждый хочет, чтобы его увидели. У меня здесь написано, что я не могу поставить, видно желтеньким. Это я сама знаю, допустим, сейчас. Видно, у меня был ноль. Поэтому меня предупреждают, что сначала нужно пополнить свой баланс. Но я сейчас хочу вам просто показать, как легко все это делается. Здесь вы ставите или вашу компанию, или веб-сайт, или дворазовый веб-сайт. Заголовок, ваше описание, заголовок, описание вашего продукта, что вы хотите сделать. Выбираете файл, то есть картиночку, если вы хотите. Пишите здесь, где это находится или где вы находитесь. Здесь у нас аудитория. Что значит аудитория? С какой стороны вы хотите, чтобы увидели ваши объявления? Вы можете выбрать все сразу. На данный момент мы только начинаем, поэтому у нас только сейчас небольшое количество с Европы людей и с России, с Украины, то есть бывшие страны Советского Союза, как я говорю. Далее здесь мы видим боковая панель. Это каждый человек будет видеть у себя в боковой панели ваше объявление. И что вы хотите? Или переход. Плата за клики или плата за показы. За показы, естественно, меньше, за клики, естественно, больше. Так как у меня сейчас нету пополнения, у меня не за что, да? То есть у меня кнопка это неактивно. Сумма. Какая сумма должна быть? То есть вы смотрите по тому, что вы хотите. Если вы хотите за клик, и, допустим, вы хотите 100 показов, то вы вот эту сумму умножаете на 100, вернее, за 100 кликов. Если вы хотите 1000 показов или 100 показов, умножаете эту сумму на 100 и публикуете. Таким образом, ваше объявление у нас будет появляться вот здесь, в этом районе. Тут уже у нас люди начали регистрироваться, то есть это наша тестовая группа, которая сейчас у нас проверяет, насколько правильно переводы и так далее. Потому что переводы – это не гугловский перевод, это переводы внутренние. На нашем сайте на сегодня 10 языков есть. Будем расширяться и будем дальше двигать. Пожалуйста, если вы делаете иконочки вот эти, сделайте их так, чтобы ваши люди, ваши партнеры могли вас найти. То есть я советую брать иконки, которые у вас ВКонтакте, ставить их сюда. Не новые иконки, не денежку, не что-то еще, а именно то, по каким иконкам вас люди видят, потому что они вас ассоциируют именно с тем, что они видят. Не по имени, а именно то, что видят. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. До следующих видео.